7 лет назад Крым был аннексирован. Сегодня мы вышли на улицы Мариуполя, чтобы узнать, что думают об этом жители. Ну, жалко этого пчелки, я могу сказать. Ну, я сострадательно отношусь к тому, что мы потеряли, будем так сказать. Потому что не было политической воли. Ну, для меня это так. Но то, что он уже там, ну, пускай люди сами теперь, которые живут в Крыму, принимают решение. А вы вот ездили раньше? Я? Ну, в детстве. Ну, не скучаете, да? Или все еще можете туда поехать? Ну, место живописное, интересное, но есть еще более прекрасные места. Крым – это завжди була територія України. Тож, звичайно, дуже прикро визнавати, що Крим зараз є окупованим. А сумуєте ви за ним? Звичайно, бо це є наша територія. Наразі ми не маємо такої вільної змоги перебувати на тій території, яка є нашою. Ви там не були з 2014 року? Ні, принципово. Дуже жалко. Мы, ну да, мы ездили, отдыхали, смотрели, интересно очень. Хотелось еще, мы там не все проехали, я была, наверное, раза 3 или 4, но хотелось еще и по горам немножко полазить, но теперь нет. Вы уже думаете, не попадете, да? Ну, надеемся, знаете, надежда всегда умирает последней. А вдруг все вернется? Ну, не так, как, но может быть как-то по-другому, что можно будет поехать и... Мы там никогда не были, так что нам скучать не о чем. Если бы Крым не забрали, там бы были бы американцы. И жалко, они правильно, это их было решение, крымчан. Они решили так, проголосовали и ушли. Вы ездили раньше в Крым? Да. А сейчас? Сейчас пока нет, не хватает пенсии. Ну, хотелось бы, чтобы оно вернулось в Украину, как и было раньше. И тогда бы вы точно смогли найти возможность поехать? Ну, наверное, да. Возможно, бы поехал бы, отдохнул бы. Я, честно говорю, лишнего не хочу. Ну, не лишнее, просто скажите ваши эмоции. Жалко, не жалко? Нет, не жалко. Не жалко? А вы там раньше были? Нет. Поэтому не жалко? Да не, ну, конечно, жалко. Ну, как не жалко? Думаем, что наладится, попадем, заберет Украина. Наш Крым. А как это вообще возможно? Не знаю. Вообще никаких. Вы раньше ездили? Нет. Как бы и не хотите? Нет. Почему? Ну, зачем? Места красивые все. Ну, места красивые везде. Выезд за город, там везде будет красиво. Ну, зачем? Зачем ездить в Крым? Ну, да, то есть я не парюсь вообще по этому поводу. Ну, я в Крым не ездила, и скучать не приходится. Очень жаль, я каждый год туда ездил. С 14-го года не было, нет. Нет, не удавалось, я туда просто не собираюсь пока ездить. Хотя очень жаль, что... А при каких условиях вот могли бы съездить? Когда он будет украинский. В шоке, я просто в шоке с этого всего. Я за единую Украину. Слава Украине и пацанам, которые нас защищают. А вы сами вот скучаете по Крыму? У меня сестра там живет. Да ну как, даже выплаты меньше стали, все меньше стало. Вроде как в рублях оно больше кажется, как чем гривна, а цены-то другие совсем совершенно. Не хватает ни на что. Вы надеетесь, сможете поехать к вашей сестре все? Надеюсь. Может быть, когда-то судьба сведет нас. А получалось ли туда ездить? Ни разу не ездил, я боюсь. А так мне нельзя выезжать с Украины. В Россию тем более. Я против России.